Экспериментальный участок сельфии пронизана листной площадь 4 сотки, закладенный у сельгаспредприемстве Савушкина у 2013 годе. Культура шматгадовая, может опрацовываться на одном месте больше за 20 годов. На этом участке ученые назирают за сельфией уже 5 год. Высновы только становчие. Так, коли кукуруза на сегодня еще только узышла, то сельфия уже досягнула у росте свыше 110 сантиметров, и это не мяжа. Максимальный ее рост 3 метра 20 сантиметров. Культура не боится ни заморозков, ни засухи, бо она запашивает воду у пазухах листов. Она очень быстро начинает растать весной. В марте уже начинается вегетация, сразу практически после того, как растаял снег. И вот сейчас она уже такую зеленую массу имеет, и можно уже сделать первый укос на зеленую массу. К осени она еще успевает отрастить вегетативную массу для того, чтобы скосить ее на силос. Сельфия переузыходит кукурузу по зеленой массе. Так ученые подлечили, уже зараз на этом участку урожайность культуры свыше 800 центнеров с гектара. Урожайность кукурузы сейчас в районе 250 центнеров с гектара. Эта культура у нас дает больше 1000 центнеров с гектара. Она более белковая. То есть если в кукурузе там, например, 12-13% белка, то здесь, в зависимости, конечно, от фазы развития, но в силосе у нас показал, мы закладывали силос, в силосе у нас 17% белка. Сахара также в ней достаточно много, 13%. Вопрос сахара в кормопроизводстве сейчас тоже очень важен. У сельгаспредприемстве Савушкина, якое робить ставку на молочную живелогадолю, с энтузиазмом уключились у эксперимент ученых. И уже у худким часе поширить посевные площади сельфии. Она покуда стадии, как говорится, разработки. Смотрим, как она себя чувствует, как она растет. Уже если будут достигнуты большие масштабы этой культуры, конечно, она пойдет на силос, так как она неплохая культура для обеспечения кормовой базы нашего поголовья. Тем более, что это многолетнее растение, будет свойственно меньше затрат и получать тот же самый корм. У целом по области у разных господарках зараз под сельфию отведено каля 20 гектаров. Вученые назирают за ее на разных глебах. Коли у предприемства Савушкина глеба торфяно-минеральная, то у агробиостанции университета имя Пушкина супяшчаная. И тут урожайной сельфии уже зараз бачно будет крыху меньше. Але треба отзначить, ученые затекавлены сельфией не только у плане экономичной выгоды, але и экологичной. Кукуруза – превосходное растение с точки зрения кормовой ценности. Но она имеет и экологические такие и существенные недостатки. Во-первых, почву очень сильно истощает, требуется постоянная подпитка удобрениями. А сельфия в этом плане выигрышная. Во-первых, она не потребует внесения вот этого большого химического пресса пестицидов в почву. Во-вторых, она многолетник и еще медонос. И поэтому она будет более-менее таким полновесным компонентом окружающей среды. Полностью отпрацовать всю технологию выращивания сельфии ученым належить до конца третьего квартала будущего года. По завершении эксперимента яны совместно с аграриями придут до высновы, насколько это сгодно поставить выращивание этой культуры на поток. Але уже зараз бачно, сельфия может занять годное место у селекционной разностайности. Людмила Салзина, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».